Иран в понедельник провел успешные испытания ракеты, которая, по мнению экспертов, способна поразить Израиль и базы США в Персидском заливе, сообщило государственное телевидение Ирана. По утверждению иранских властей, максимальная дальность полета твердотопливной двухступенчатой ракеты «Саджиль» класса «Земля-Земля» составляет 2000 километров. При запуске ракеты также использовали технологию, которую используют при запуске спутников в космос. Учения совпали с ростом напряженности вокруг ядерной программы Ирана после того, как на прошлой неделе стало известно, что страна строит второй завод по обогащению урана. В Вашингтоне запуск ракеты назвали провокацией.